Jim's calling from the alcohol and saying nothing's... Всем привет! Я топаю сейчас за пиццей в Папа Джонс. Мы пытались заказать с мужем онлайн, но там написано, что ближайший тейкаут в 12 часов, а мне в 12 как бы уже в колледже нужно быть, 15 минут как. Сейчас поэтому топаю пешком до Пицца Хат, до Папа Джонса, и попытаюсь заказать, и буду надеяться, что они сделают минут за 15, и что они... что акция действует. Так, там бомжи, пойдем сюда. А с Папа Джонс поеду на лифте. Мне пришла акция, купончик пришел на 50% скидку, и стоимость поездки на такси будет около 4 долларов. Ну, не больше 5. Окей, пицца у меня, еще какой-то купончик. Заказала лифт. Неудобно, рукой снимается. Ждем. Окей, my first time in McDonald's and they have terminal. It's hot drinks and macchiato, latte. It's mocha. Oh, I tried mocha maybe. Or macchiato. Karina. Okay. And just say hi. Can I put in my You already? Yeah. Can I start again? It's okay. Radio. Hi, I'm Mil. It's Karina. I like tacos. I like tacos. Subscribe. Talking friends. Talking friends. I like tacos. Mexican food is the best one in the world. What say again? Mexican food is the best one in the world. Okay, bye-bye. Okay, my first cafe in McDonald's in the United States. Wow, it's mocha. Tell me about yourself. No, I'm not prepared. Tell me something, where are you from? Hi, I'm from Panama. My name is Sonia Abrego. I have been living here maybe for not like that, but there are many Bye. Thank you. Okay. They're too busy. Okay. I'm gonna tell you. Hi. Yeah. My name is Arturo. I'm from Mexico. I've been here for 6 months, and it's great. It's wonderful, beautiful. Right now, I'm studying English, and I think I'm doing well. So hopefully, in a few months, I will be able to work and I don't know, to buy my Tesla, you know? So, great to go. Thank you. Hi. No? Okay. Сегодня после занятий решили мы пойти кофе попить. Сначала собирались в Starbucks, но там нет больших столиков, и вообще там все было занято. И мы пошли в Макдональдс. Это, да, было мое первое посещение Макдональдса в Америке. Я заказала моку. И почему я так удивилась, что нет, что там стоит вот этот терминал, автомат с экранами, где можно заказать. Потому что в Хилкрест я заходила в Макдональдс и еще куда-то, по-моему. И, ну, только заходили посмотреть, мы там ничего не заказывали. Там не было таких автоматов, и я такая думаю, что за прошлый век, почему нету этих штук? Интересно, слышно, не слышно, ветер дует. Мокко был сладкий. Я выбрала опцию поменьше шоколадного сиропа. Все равно он был ужасно сладкий. Болтали о том о сём. Конечно же, о проблемах иммиграции. С какой бы страны ни были иммигранты, всегда найдется о чем поговорить. Включаю видео, и тут стоит малыш жук. Это за сегодня уже третий у меня. Белый. Я сейчас сделала доброе дело. В автобусе ехал мальчик. Я вот не знаю, чем он болен. Ну, или у него... То ли это был аутист, но, наверное, это был мальчик с синдромом Дауна. И он спрашивал... Ну, у него с речью проблемы. Он в телефоне мне показывал... Не мог сначала никак ввести название места, куда он едет. Потом, спустя минут 10, казалось, что это Fashion Valley, и он переживал, когда ему нужно выйти, сесть на другой автобус. Вот, ну хорошо, что он вроде... Надеюсь, что это действительно ему Fashion Valley надо. Но он сказал, да, Fashion Valley.
Вот, показала ему остановку, как раз тоже выходила на этой остановке. И он такой радостно побежал ждать автобус. Вот такое вот доброе дело. А я сижу в наушниках в автобусе, не понимаю, что молодой человек... Ну, я не слышала, что он спрашивал что-то, а он, ну, проблемы у него с речью. Ну, вот так. Надеюсь, все хорошо закончится. Ну, такой дружелюбный, радостный, что нашел нужный автобус. Окей, иду домой. Мимо нашей любимой Normal Street. Боже мой, посмотрите на этот ужас. Это вообще что? У Razer, по-моему, были ужасные самокаты. Они выпустили и запустили еще хуже. Что это такое? И Bird стоит рядышком. Так, а вон там Папа Джонс, где я сегодня утром заказывала пиццу. Сейчас прохожу мимо фитнес-центра, где я была на тренировке. Я не помню, рассказывала, что меня спрашивали, что как. А я сказала, ну так. Здесь еще рядом кроссфит, атлетик-центр. Они вот здесь окна открывают и занимаются с открытыми окнами. О, опять эти рейзеры ужасные. Что это вообще? Странная вещь какая-то. Из забавных еще ситуаций сегодня. Сидим в Макдональдсе, подходит тетенька-бомж и такая ко мне стаканчиком с мелочью звенит и что-то начинает втирать. Ну, это какая-то немножко неадекватная бомж. И втирать начинает что-то. Я такая, sorry, I don't understand, сказала я вот прям вот так. Она такая, и ушла. Наши мексиканцы просто ржут. Они такое тоже проворачивают, что типа с бешеным акцентом говорят, что моя твоя не понимать, отвали. Ну, конечно, это нехорошо так, но когда к тебе пристают, я ненавижу, когда ко мне пристают. На улице, когда бомж просит мелочь, я вежливо отвечу, что у меня нет мелочи, сорян, нету кэша, no cash, sorry. Но когда вот так вот в наглую подходят, начинают втирать какую-то хрень, меня это раздражает. Я... Да, там еще один способ сказать просто на своем родном языке, что извините, я вас не понимаю. И говорят, это тоже срабатывает на 100%, от тебя сразу тоже отваливают. Так, пойдем this way. Это Ace Hardware. Очень красивая, красивая стена здесь. А это место, где я увидела, когда в прошлом году, в общем, когда мы только приехали в ноябре или в декабре, взлетал Falcon 9, и мы возвращались с прогулки на велосипедах. И, в общем, на этом мосту я увидела, как взлетает ракета. Это было очень красиво. Я вставлю, наверное, сейчас картинку. Видео даже чуть-чуть у меня, по-моему, было. Ставлю сюда, если вы не видели. Я про это рассказывала в каком-то из своих роликов. А здесь под этим мостом пролегает шоссе 163, Калифорния 163. Вот. И оно проходит через Бальбоа парк. Сейчас, видите, пробочки начинаются, народ валит с работы. И вот там оно. Красивое шоссе. За счет того, что через парк проходит. Но на нем есть, кстати, выезды такие вообще очень стрёмные. Мы как-то раз выезжаем, кстати, вот здесь вот выезд. Где-то здесь. Не помню. Ну, вон там, по-моему, как раз машинки, где выезжают. Вот. Там очень маленькая полоса для разгона. И перед нами чувак не успел перестроиться и заехал обратно. Так что иногда проблемно.